контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов. В прошлой пятилетке мы показали, что можем добиваться низкой инфляции на уровне 5-6% в год. Это исторические минимумы для нашей страны. Но простому человеку нужен не общий индекс цен, а ценники, которые он видит на полках магазинов. Поэтому я подключил к традиционным ценовым госорганам, это у нас Комитет госконтроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, еще и депутатов в связке с профсоюзами. Шаг себя оправдал. Они взяли за эту проблему очень серьезно. Неформально, став еще одним фильтром на местах. Но жалоб от людей немало. Для людей, особенно с невысокими доходами, цены являются социальной и политической категорией. Вот здесь справедливость действительно превыше всего.